Здравствуйте. Куда торопитесь? Мы никуда. Здравствуйте. Ну куда нормально? Скорость. Да ладно. Не может быть такого. Садите меня. Тану, несите. Есть документы. Знаете, что в аварию можете попасть? Кто? Вы. Это вы говорите если... так или вы так думаете? Или... Можете, если будете нарушать правила. Не надо так. Машина, кстати, грязная, но не надо. Ну, конечно, есть. Но на каких основаниях? Не понял. На каких основаниях, говорю, документы предъявляете? Для вы, что нарушаете правила. Ну, это ваши слова. Что? Это ваши слова. Доказы. 252 статья Кодекса административных правопорушений. Можете подойти? Подойдите, пожалуйста. Не, не могу, у меня спина болит. Не можете? Нет. Давайте я вас проведу. Да не, ну не могу, я просто не обязан выходить из автомобиля. Что? Не обязан выходить из автомобиля. Я вас прошу. Но я не хочу. Вашу просьбу отклоняю. Отклоняете, да? Угу. Ну не превышайте. Да я не превышаю. Подойдите, посмотрите. Ну не хочу я. Ну я не хочу. Запитан на... Это ваши проблемы. В визире должен быть встроенный аккумулятор. Я вам еще раз говорю, не превышайте. Я не превышаю. Потому никогда. Потому что попадете в аварию. Никогда не превышаю. Мне этого оправлять не помню. Можете следовать. Не надо тут рассказывать сказки Венского леса.